Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего YouTube канала. Сегодня речь пойдет о таком корме для коз, как вода. Да-да, вода является кормом для коз. Те, кто читали мои книги, посещают мои занятия, те уже это знают. Дело в том, что в зимнее время очень часто мне приходят письма от козаводов, в которых люди буквально в панике спрашивают, почему коза не пьется. Как правило, именно в зимнее время такие письма поступают мне на электронную почту. Дело в том, что количество потребляемой воды козой зависит от многих внешних и внутренних факторов животного. Внешние факторы ⁇ это температура окружающей среды, корм, который мы задаем козам, то есть качество, количество и качественный состав корма именно. Затем помещения, в которых содержатся животные, молочная продуктивность и так далее. Очень-очень много факторов влияет на потребление козой воды. Индивидуальные какие-то особенности, о которых мы тоже чуть позже а, еще с вами скажем. Сколько козе вообще необходимо воды? То есть, в принципе, ученые подсчитали, что на каждый литр производимого молока козе требуется около полутора литров воды это меньше, чем требуется корове на производство того же самого литра молока. То есть корове, как правило, от 3 до 4 литров воды требуется для производства одного литра молока. Если говорить в пересчете на сухое вещество, то есть на потребляемое сухое вещество козой, то на 1 килограмм потребляемого сухого вещества козе требуется обычно от 2 до 4 литров воды. В то время как коровам опять-таки больше. То есть им на 1 килограмм потребляемого сухого вещества, коровам именно, требуется от 4 до 7 литров воды. Так почему же коза не пьет зимой? Дело в том, что в зимнее время козы чаще всего находятся в запуске. Соответственно, для производства молока вода им не нужна. И второй момент, почему очень часто козы в зимнее время отказываются от воды, связано с тем, что животное беременно. И обычно у беременных коз очень высокая нагрузка на почки. То есть почки работают за несколько организмов. За саму козу, почки козы именно взрослые, да? и за плод, который находится в утробе. А плод, как правило, не один, а несколько, два-три козленка. Получается, почки одной козы работают за троих-четверых. За 3-4 организма. Нагрузка на них высокая. Отсюда и возможны различные отеки в имени, а именно потому, что почки не справляются. По этой причине коза старается пить как можно меньше в зимнее время. Это нормально, ничего в этом страшного нет, не паникуйте. Если вы принесли воду и ваша коза, которая находится сейчас в запуске да, на сухостое, она отказалась пить и пьет в принципе один раз в два дня, допустим, да, это вполне нормально. Не стоит переживать по этому поводу. После окота она начнет пить много, в зависимости да, от до ее, допустим, и опять же задаваемого корма именно. Еще один момент. Мое отрицательное отношение к болтушкам. То есть, как вы видели, на производство литра молока воды требуется больше. И исходя из этих данных, многие люди стараются кос искусственно надувать, так скажем, в кавычки возьмем с вами слово надувать, водой. То есть, вливать в них. Каким образом? Подсаливать воду, подслащивать воду, либо же делать болтушки именно. То есть, разводить комбикорм, там, отходы со стола и так далее в воде и давать козе. Коза, конечно, выпьет это и съест, но это ей совершенно ни к чему. Я об этом уже миллион раз тоже говорил, а, а, об этом есть информация на наших занятиях, на наших вебинарах, об этом я говорю на вебинар-курсе по основам молочного козоводства. И вот во втором номере нашего журнала про молочное козоводство, который выходит в апреле, тоже будет статья, о воде и там я тоже расписываю почему не стоит давать козам болтушки поверьте мне на слово то есть это отрицательно сказывается на органах пищеварения и я не рекомендую давайте отдельно чистую воду и сухой корм а болтушки это хорошо для свиней допустим Возможно, курица идут, я не знаю, свиньям да, свиньям корм подмачивают, а вот жвачным животным не стоит этого делать. Еще один момент: многие из вас могут сказать, что у вас коза выпивает меньше, чем производит молока. Да, такое бывает. Вы поймите, что вот эти полтора литра воды на один килограмм производимого молока или там, допустим, два. 4 литра воды на 1 килограмм потребляемого сухого вещества. Это все относительно. То есть это средние, усредненные показатели. И они не подходят для каждой козы. Это зависит еще от обмена веществ. То есть одна коза, я вам даже по своему опыту скажу, и тоже уже где-то в моих видео вы можете найти эту информацию. То есть у меня одна коза с в 6 литров, выпивала воды намного больше, чем коза с удоем в 7 литров молока в сутки. Она вообще пила мало на фоне всех остальных коз. Это индивидуальная особенность ее организма. Это именно индивидуальная особенность а, обменных процессов в организме этой козы. Раз ей требуется меньше воды для производства 1 литра, 1 килограмма молока, но ну не нужно ее искусственно напичкивать этой водой, заставляя ее пить неестественным образом, то есть вот именно подсаливая и так далее также подогревая, то есть многие поют очень теплой водой, практически с горяча такой. От такой воды чувство насыщения происходит намного позже, то есть козы выпивают такой воды больше, чем требуется им на самом деле. Так что следите за температурой воды. Тоже где-то в моих видеороликах есть о том, какая должна быть температура воды. И вот в статье я это сейчас указал, то есть где-то в пределах 15-17-18 градусов это будет нормально не ниже 10 градусов а температура воды для коз будет вполне как бы приемлемо да а вода должна быть в свободном доступе если нет такой возможности значит дойных коз поите два раза в день ну а те что на сухостой если видите что коза отказывается поите раз в день а так я сейчас подгляжу просто все ли я вам рассказал или нет а, от из того что я себе отметил но в принципе да, то есть по воде. Следите за чистотой обязательно воды и за качеством, потому что это же все-таки корм. Корм должен быть качественным. Кормушки, а в случае с водой это поилки, должны быть чистыми. Обязательно их мойте. Вот от этого зеленого слизистого налета, который зимой реже появляется, а летом намного чаще. То есть поэтому желательно каждый день промывать поилки по своим козам скажу то есть утром стабильно козы идут на выгул прежде чем они идут на выгул а бак для воды с щеткой промывается тщательно, от всей слизи и так далее, прополаскивается, и я его заполняю водой. Козы весь день на выгуле, у них в свободном доступе вода. Вечером, когда козы идут на дойку, а с дойки уже по своим загонам у нас э, расходятся, то же самое. То есть у каждой козы в загоне свое ведро с водой. Каждое ведро э, вечером... Промывается, либо мы его промываем утром, когда козы ушли, в помещениях чистим, ведра промываем и выносим их на солнце, чтобы их еще на солнце прожарило хорошо. И вечером уже заполняем их водой. Вот так вот в летнее время мы поступаем, поступали с поилками для наших коз. И я также рекомендую всем вам поступать. Ну вот, я думаю, я ответил на вопрос многих, так что не волнуйтесь, если ваша коза пьет мало. Ничего страшного в этом нету. И, пожалуйста, вот эти все болтушки и так далее, прошлый век, это вот то, чем занимались наши бабушки-прабабушки, то есть они делали болтушки для коз, как правило. Комбикорм сыпали, либо гранулы разводили водой, именно жидко разводили водой, и получалось, что там 100 грамм отрубей или комбикорма, допустим, да, и еще пол ведра воды, и вроде бы как объем большой, но вы учтите, что там эта вода, по сути-то. Пусть она будет чистая, в свободном доступе. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что вы поставите класс этому видео и поделитесь им на своих страничках в социальных сетях, потому что действительно очень много писем от козаводов поступает с таким вопросом. Пусть они посмотрят этот видеоролик и в следующем году, да, в следующий раз уже не будут волноваться по поводу того, что их коза, которая находится в запуске в зимнее время, пьет очень мало воды. Благодарю вас за внимание и до новых встреч в новых видео, друзья. До свидания.